Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы публикуем большое количество аналитического контента. Подписывайтесь, используйте этот материал. Он точно будет вам полезен. Ну что ж, сегодня у нас понедельник, поэтому традиционно для этого дня мы проведем вебинар «Правильный понедельник» и параллельно еще стрим на нашем канале. И в течение дня, это уже стало традицией, вам будет предложено несколько вариантов тем для голосования. Соответственно, та тема, которая наберет наибольшее количество голосов, станет центральной в моем сегодняшнем обзоре. Очень хочу, чтобы вы поучаствовали в голосовании, друзья, потому что, в конце концов, контент готовится для вас, и было бы круто, если бы вы сами выбирали тематику моего выступления. Ну что ж, это неделя. Прежде всего, основной триггер, на который мы будем ориентироваться, данные по Non-Farm Payrolls, состояние американского рынка труда, крайне важный отчет, и его важность обусловлена еще тем, что на прошлой неделе, когда ФРС провел заседание, он снова повторил нам, что политика регулятора полностью зависит от сроков достижения центральным банком, я имею в виду Федрезервом, целевых значений по инфляции и по рынку труда. Поэтому каждый отчет, который мы разбираем по сектору американского рынка труда, это для нас возможность заглянуть вперед и оценить шансы и перспективы изменения монетарного курса США с точки зрения потенциального ужесточения политики. Я имею в виду, конечно же, повышение процентной ставки и сокращение программы количественного смягчения. В целом, сейчас точно можно сказать, что продавцы дождались для себя лучших времен, потому что индекс доллара поджимают 92 пункта в моменте. Мы ориентировались на 92, как раз на тест этого уровня поддержки еще на прошлой неделе. И наконец-таки это произошло. Теперь нужно добивать до более низких ценовых значений. Будет ли доллар снижаться позиционно? Я думаю, друзья, что да. Во-первых, как вы помните, ставка ФРС прежняя, 0,25%. Программа количественного смягчения, 120 миллиардов долларов в месяц, которые идут на покупку казначейских и ипотечных облигаций. Больше всего, наверное, трейдеров, покупателей доллара разочаровал тот факт, что ФРС при всех ожиданиях так и не пролил свет на планы относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения. Продавцы же, напротив, этому были рады. Вы, как я надеюсь, вы помните, друзья, знаете, что я традиционно продаю доллар и много раз вам рассказывал, что для меня, как для такого долгосрочного шортиста бакса, для меня очень важно, чтобы ФРС подал конкретный сигнал того, как он, когда он будет менять денежно-кредитную политику. Но с учетом того, что у нас было накоплено за последнее время, это плохая статистика. Кстати, по макроэкономическим данным, на прошлой неделе темп экономического роста за второй квартал 6,5%, в то время как прогноз был на отметке 8,5%. Представляете, как сильно расходятся отчеты. И первичные заявки на пособие по безработице на 400 тысяч. Это много, друзья. Это недельный показатель. Соответственно, я после таких данных, две недели подряд выше 400 тысяч, фактически не сомневаюсь в том, что на этой неделе, когда мы будем в пятницу разбирать данные по Non-Farm Payrolls, нас ждут слабые цифры. И на этих слабых данных доллар может оказаться еще слабее. Сегодня в 17:00 по Москве выйдет отчет ISM в производственном секторе США. И я традиционно считаю, что этот отчет станет еще одной причиной для дополнительного снижения курса американского доллара. Моя долгосрочная картина, мое мнение по рынку, оно не меняется. Я жду симпозиум в Джексон-Холле в конце этого месяца. И много раз вам об этом уже рассказывал. И на нем вас возможно, Джером Паул прольет свет именно на планы по корректировке денежно-кредитной политики. Но до этого симпозиума еще целый месяц, поэтому я буду рассчитывать на то, и вам буду комментировать, друзья, что индекс доллара получит в рамках предстоящих 4 недель, ну ладно, 3, скажем, возможность
снова добраться до 90 пунктов, а может быть и ниже. Золото 1810 традиционно. Как я смотрю в отношении перспектив рынка драгоценных металлов? Я в золото верю, потому что золото, опять же, это тот актив, который сейчас позволяет отыгрывать инфляционные риски, актуальные для всей мировой экономики. Если вы считаете, что это не так, пожалуйста, посмотрите на последний отчет по еврозоне, по инфляции, который превысил ориентир, некогда ориентир для ЕЦБ 2% впервые за несколько десятков лет. И такая картина, она сейчас характерна для всех стран мира. Потом поддержку золоту, безусловно, будут оказывать данные повышенного спроса со стороны спекулятивных инвесторов, институционалов, ну и, конечно же, ситуация на американском рынке долга, казначейский трежерис прямо сейчас находится на отметке 1,22%. И это минимальный уровень с начала этого года. Кстати говоря, снижение доходности трежерис – это еще одна причина, почему нужно ставить на потенциальный рост рынка драгоценных металлов. Прошлая неделя для нас была удачной, потому что мы выкупали золото ниже 1800 долларов за тройскую унцию. Хай был, ну вы сами видели, выше отметки 1820. Сейчас я рекомендую также ориентироваться на рост с целями 1840-1850. По рисковым инструментам евро против доллара 1.1871, пока что конкретных сделок не будет, у меня фунт сегодня для вас подготовлен. Но в отношении евро я оптимист, потому что темп экономического роста во втором квартале 2% против прогноза 1,5%, индекс потребительских цен 2,2% с значений прошлых 1,9%. Ну, то есть в целом мы видим, что рост инфляции – это прекрасное доказательство повышенной потребительской активности, что является довольно неплохим вкладчиком в общий показатель экономического роста. Темпы вакцинации в еврозоне даже выше, чем в США. 48% населения полностью вакцинировано. Больше 60% получило только первую вакцину, но как бы дело уже поставлено на рельсы. Сегодня целый блок отчетов производственного сектора, буквально с 10.30 по московскому времени. Если статистика не разочарует, то, скорее всего, рост евро продолжится. Но опять же, друзья, конкретной торговой сделки сегодня не будет. Я рекомендую посмотреть на фунт через отложку, купить фунт с ордера с уровня 1.3980, то есть, соответственно, отложка buy-stop. Улучшение ситуации с ковидом объективно, это так, при том, что, как вы помните, в Англии были сняты карантинные ограничения. Борис Джонсон еще в пятницу отметил, что Англию ждет взрывной экономический рост. С сегодняшнего дня Англия отменяет требования обязательного карантина для вакцинированных граждан из ЕС и США. И это будет способствовать восстановлению туристического направления сектора и отрасли и поддержке локальные авиакомпании. Соответственно, фунт я давно, кстати, им не торговал, но вот, наверное, время пришло. Если тенденция слабости доллара сохранится, да и при реализации еще и положительного фона, фунт может выстрелить. Кстати, в этот четверг, супер четверг для Великобритании и для фунта, заседание Банка Англии, публикация ставки, пересмотр прогнозов и так далее. Думаю, что намек потенциальный на готовность Банка Англии ужесточить денежно-кредитную политику может стать очень неплохим драйвером для восходящего движения. И по остальным активам без изменений. Доллар канадец мы ждем на отметке 1.24. Я верю в канадцев, потому что жду еще большего роста рынка нефти. S&P у нас 4411 пунктов, цель 4500, совсем чуть-чуть до нее остается. И думаю, что на этой неделе, друзья, при продолжающемся сезоне квартальных отчетов, мы сможем добраться до этого уровня. И нефть все без изменений, фон, который связан с опорой для покупателей в виде данных по запасам, которые сокращаются, слабый доллар, и все-таки ожидание того, что эффективные кампании по вакцинации нейтрализуют негативный фон, связанный с распространением количества заболевших, и не допустит повторения ситуации 2020 года, когда вводились новые и новые локдауны. Нефть 77-80, прежние ориентиры. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии и недели. Всем пока!